Приветствую вас, и то, что вы видите одинаковые цифры, это с точки зрения профессиональной психотерапии и психологии является навязчивой идеей. Навязчивая идея, опять же, с точки зрения профессиональной психотерапии, это симптом невроза. Невроз, соответственно, это вытеснение ваших желаний, своих потребностей. Вот. То есть вы по какой-то причине вытесняете свои желания, ну, которые вот у вас, которые у вас есть, не позволяете себе, например, чего-то хотеть, не позволяете себе, например, чего-то желать, либо же не делаете того, что должны, ну, то есть вот, того, что по вашему мнению вы должны делать. Вот. И, соответственно, именно невроз и служит основной причиной таких вот навязчивых мыслей. И, соответственно, то, что вы можете сделать, то, что вам по силам, реально это вам по силам сделать, это вместе с психологом проанализировать то, почему у вас имеют место быть навязчивые мысли, вот, с чем они связаны, значит, какая у них природа, и, соответственно, именно через понимание природы, через видение своих желаний, вы смогли бы избавиться от этих вот там навязчивых мыслей. Вот. Конечно, это требует работы определенной, вот, но тем не менее. Если мы говорим конкретно о значениях, да, то есть вот какое значение этих цифр, то есть есть ли какое-то значение цифр, то, соответственно, можно говорить о том, что эти слова, они что-то для вас значат. Имеет какое-то значение для вас, вот, и, соответственно, вы, как бы, из прошлого, для вас имеет значение, то есть, где-то, когда-то у вас были какие-то обстоятельства, да, с которыми связаны вот эти цифры. То есть вы видите то, что для вас важно. И сознание при навязчивых, например, идеях, при навязчивых мыслях,
оно как бы напоминает о том, что вот есть такая ситуация, что это вам важно, и чтобы вы не забывали значит, чтобы вы не забывали и помнили о том, что вам нужно. Вот. Нужно только увидеть, что именно вам нужно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.